Всем привет, ребята! На экранах вы видите новый БТК, я его еле успел сделать. И кстати, у нас два новые комьюнити-менеджера. Лол и Кинг. Они будут в БТК. Всем привет! Всем привет! Лола, что это за стакан? Убери его, мы БТК снимаем. Убери. Жарко, можно не убирать? Мы же на новой лиге, под названием «Нападение зомби на остров». Расскажем про новую лигу. Кей-лига. В Кей-лиге можно получать награды, так и пины на дабло и другое. Но это не главное, а главное — это пиксельные игры. Пиксельные игры — это игры. Так можно зарабатывать очки, которые помогут вам в продвижении. Там же можно и двигаться, прыгать, ходить, атаковать и ультовать. Все вы видите на экране. Кей-лига будет доступна на 6000 кубках. А также в этой лиге будут доступны новые бойцы и скины. Первый сезон будет называться «Нападение на остров». А также про нового бравлера Лерн. Лерн – боец новой редкости, арктической. Лерн – охотник на зомби, который любит убивать своими оружиями. Атаку он кидает руку зомби, которая прорывает врага, нанося 790 урона, измедляя врага. Его ульта – пламя, то есть это пламя делает врага помеченным. Если вы еще раз попадете в его атакой, при том, когда он будет помечен, вы снесете ему 450 тысяч хп. Расскажем про новые скины. Майк под прикрытием, выживший Грей, зомби Арти, зомб Виллоу, зомби Кольт, зомби Фокусник Джин, скин, который будет за 10 уровень Кайпаса, но после первого сезона он будет стоить 300 гемов. Так много, потому что он как бы эксклюзив. Расскажем о новом сезоне Бравл Паса, Электрический мир, где будет новый боец, Гарбин. Гарбин — очень злой человек, который обитает на небесах, в Электромии. И он хочет покончить всю дабл-студию. Атакой он стреляет двумя молниями, которые шокируют врага и наносят урон. Ультой он кидает очень много-много молний и будут отправлять врага. В этом сезоне на первом уровне будет правитель электричества Пенни. И еще скины. Электрический Сэм, Электрик Эдгар, скин за силовую лигу. Также за испытание вас ждет Кобра Лола. Трофейных бойцов. И этим бойцом будет Мэй. Мэй – подросток, которая очень любит слушать музыку. Атакой она делает музыкальную волну, которая глушит врага. Ультой она кидает наушники. Они станут врага на 10 секунд. И она за это время может легко их убить. Но теперь к Пасхе. Скина не будет, но будет новый бравлер Энди. Энди — это пасхальное яйцо, оно атакует яйцом, которое наносит врагу 700 урона, на 1 силе. Это очень сильный бравлер, но он в скорости будет изменен, его ульта — это коробка с яйцами, оно станет врага и отравляет его на... Также не забываем про событие «Однажды в космосе», где будут новые скины. Эль — инопланетянин. Космо Бас, Поглощатель планет Скуик, НЛО Ева, они все выйдут в новом событии. Этот БТК был небольшим, но работали над ним долго. Советую вам подписаться на наш телеграм-канал, где будут выходить сникпики и все другое, то есть и пасхалки, и другое. Всем удачи и пока. Ну, и всем пока. Ребята, какой нафиг конец? Мы же не рассказали почти весь Бравл Толк концепт. Расскажем про новые два режима, которые выйдут в день обновления, но они будут всего на один обновление, и если они вам зайдут, то они останутся навсегда. Расскажем про один режим, мяч во льду. Суть режима: вы появляетесь на карте, которая вся во льду, то есть пола там нету, а только лед. И появляется мяч, вам нужно перекидывать его, если он продержится у вас более 3 секунд, то вы проиграете. И новый два режим Graffiti Battle. Суть режима: появляются два стены, на ней можно делать как можно больше спреев, они будут бесконечны.
То есть спреев можно будет делать очень много. В этом режиме можно участвовать только 2 человека. Как мы и сказали, эти режимы будут сезонными. А теперь расскажем про поинты. Поинты — это как скидка, или новая валюта, за нее можно докупить мастерство, славу, и еще много чего. Поинты можно получать при каждой игре, но если вы убьете хоть 2 человека. А если нет, то вы получите пол поинта, из 2 половинок можно собрать 1 поинт. Кнопка поинты будет доступна на... Также магазин клубов пополнит новые клубные скины. Зомбас и электроящик бит. Они будут доступны в день обновления.